мелодию, которую мы исполняем, вот вместе с нами ее всему залу исполнить. Фишка простая. Слова, их там нет, поэтому ничего учить не надо. Мелодия легкая, запоминающаяся, тем более многим знакомая. Это уже большой плюс. И поэтому специально разучивать мы ничего не будем. Самое главное, вместе со мной, за мной, по моим маячкам, и все будет у вас получаться. И самое главное, друзья, громко, в полный голос. И если вы это будете делать старательно и не филонить, то можете записывать на видеодевайсы и увидите, как здорово это вот так вот это получается и звучит. Готовы петь вместе с группой? Платтершпиль, так называется эта мелодия, песенная боевая 15 века, средневековая германская мелодия. И, друзья, Платтершпиль для вас и вместе с вами. И следите за моими маячками, где смогу, буду давать. Одна из лучших вокальных поддержек в этом туре для нас, точно могу это отметить. Спасибо вам, друзья. Давайте про Ирландию все-таки вспомним, вернемся в нее ненадолго, по крайней мере, и сыграем мелодию, народную мелодию ирландскую, которая популярна очень в Ирландии, называется она «Farewell to Ireland», и под нее очень даже можно, даже очень нужно танцевать. Поехали. We'll be right back.
Друзья, сейчас, секундочку, перед следующей песней нам нужно некоторое приготовление, потому что, ну, необычная песня. Сейчас я все расскажу. Микрофончик надо чуть-чуть приподнять. Ну, там, может, не до уровня вокального, но чуть приподнять. Друзья, песня, вот это точно я могу сказать, что нам исполняется здесь впервые. Вы знаете, мы очень много гастролируем, и, в общем-то, группе, по большому счету, уже почти 12 лет в плане живой деятельности на сцене. Нам очень часто задают вопросы. Ребята, классно, ирландский фолк, скандинавский фолк, здорово, что вы его исполняете. А что-нибудь наше, народное, славянское? Вы знаете, мы совершенно недавно решились на этот шаг, и это пока еще больше выглядит как эксперимент, но тем не менее мы надеемся, что эта песня вам понравится в нашем исполнении. Это русская народная песня, достаточно древняя, старинная песня из Псковской земли. Называется она «Пташечка». Исполнит ее, конечно же, ну, я думаю, понятно, что это будет Маша.
Друзья, Оля, верни, пожалуйста, там микрофон по уровню, который я использовал для Варгана. Спасибо, друзья, за поддержку. И, собственно говоря, про песню, которую мы спели, еще небольшая, некоторая информация. То есть мы ее не успели включить на наш новый альбом, но на следующем альбоме она точно будет. Я уверен в этом. По русским землям поездили. Давайте вернемся в Ирландию и сыграем сет из нескольких зажигательных, веселых ирландских рилов. Ну а вы, я думаю, с большим удовольствием станцуете. Тут уж это момент, который не подлежит сомнению, как мне кажется. Поехали, друзья. Спасибо, друзья. В Ирландии остаемся, но на этот раз затрагиваем пласт ирландского фольклора, который сегодня еще ни разу не затронули, а он есть, и он большой, огромный. Ирландские патриотические песни. И песня, которую мы сейчас исполним, она тоже представляет наш новый альбом, причем в таком довольно-таки утяжеленном варианте. Но это на диске вы услышите, а здесь мы сыграем пока вот таким составом, как есть. А песня, которая считается самой кровавой вообще в истории ирландской музыки, потому что написана она
про англичан. Ну, этот момент понятен. 300 лет назад ирландцы очень здорово намяли бока англичанам. И по этому поводу, они этим, конечно, гордятся, по этому поводу у них есть песня, и получилась она довольно-таки злой. Многие песни подобного толка к исполнению в Европе запрещены. Но вот эту песню, как ни странно, не запретили. Как говорится, из песни слов не выкинешь, исполняем как есть. Ирландская, по-настоящему злая такая хулиганская песня, которая называется «Follow me up to Carlow». Давайте на 3-4 минуты представим, что мы находимся в самом центре самых хулиганских кварталов Дублина. Поехали! Спасибо, друзья. Спасибо за стенка на стенку. Надо будет еще обязательно сделать пару таких хулиганских, по-настоящему ирландских песен. В принципе, такой маленький секрет раскрою. У нас на самом деле в составе есть уже товарищ барабанщик. И мы как-то надеялись, что в этот раз мы дадим новый формат. Но в связи с тем, что у нас путешествие частично по Европе, а есть визовые всякие дела, и не у всех есть виза, пока играем еще вот в том формате, в котором играем здесь в Питере последние 5-6 лет. Но я думаю, поднатужимся, и в следующий раз у нас будет немножко в другом уже с полной ударной установкой концерт, ну и так далее, и тому подобное. Всех не буду карт раскрывать. Увидите, все увидите, друзья. А пока продолжаем наш концерт. Еще одна песня, которая представляет наш новый альбом. Еще одна скандинавская баллада, и относится она к пласту вообще редкой скандинавской музыки, потому что это песня из государства, которое не все даже знают, что оно скандинавское и что оно вообще есть. Фарерские острова, маленькие острова, но на самом деле богатые фольклором, богатые легендами, преданиями. И одну из них мы сейчас с удовольствием споем, тем более история настолько яркая, что я быстро вкратце позволю себе ее рассказать. В старые, добрые, былинные времена могучий, благородный, честный, смелый конунг Олаф отправился во главе своего отряда через весь остров для того, чтобы обвенчаться со своей возлюбленной. Путь не близкий по тем временам, и где-то, конечно же, посреди острова им захотелось приостановиться, отдохнуть.
Вот. А тут, как ни кстати, подпалась деревня эльфов, в которой они приостановились, и гостеприимные эльфы, конечно же, распахнули свои двери для того, чтобы отряд накормить, напоить, ну и дать им какой-то приют и отдых. Но принцесса, или вернее королева эльфов, оказалась девушкой не промах, глаз на конунга, ну конунг же, понимаете, честный, благородный, там все эпитеты, какие есть хорошие, к нему прилагайте, то есть он ей сразу приглянулся, и она на него положила глаз. Вот, и всячески начала подкадывать, подбивать к нему клинья, давайте будем так, современным языком, сленгом выражаться, да? Вот, но Олаф, я ж уже оговорился, он же честный, благородный и так далее и тому подобное, поэтому он сразу в открытую ей сказал: «Я еду венчаться к своей любимой женщине, и ничто на этом, в этой деревне меня остановить не сможет, потому что только ее я и люблю». «Сможет», — процедила сквозь зубы королева эльфов, и когда отряд на ночь укладывался спать, она в кувшин с вином конунгу подлила яду и таким образом оставила конунга навсегда в деревне эльфов. Олаф Ридарарос, так называется фарерская народная легенда, которую мы сейчас с удовольствием для вас сыграем. И, как вы понимаете, звучит она в нашем исполнении здесь тоже впервые. Варуир, яким я рагеном фрам, колос мирови, фангам, пайтоварам, чика тваркатерка тварничу, погова танцем листелик, листелик. Йод, как амата, олова фьод, колос мирови, твахта, хара, ерундру, чика тваркатерка тварничу, погова, чика тваркатерка тварничу, погова. Дергат ларгичью по голос танцем листели. А певель шевит у лича стал. Чика тваркатерка тварничу, погова танцем листелик, листелик. Тим так оттады шоум, колос мирови, арфоруй тауи дургум. Чика тваркатерка тварничу, погова танцем листелик, чика тваркатерка тварничу, погова танцем листелик. Спасибо. А,
Друзья, еще одна мелодия, которая представляет наш новый альбом, и при этом мелодия, которая написана нами самими. Коль мы уже затронули скандинавскую тематику, то продолжаем как бы находиться в ней некоторое время. И мелодия, которую мы сочинили, сочинили ее как раз на волне скандинавской мифологии. Посвящена она очень яркому персонажу из скандинавской мифологии — валькирии Рёгенлейф. Собственно, так и называется наша композиция. Есть она на нашем новом альбоме. Рёгенлейф, друзья, для вас. Друзья, я думаю, назрел тот самый интерактив, который мы очень часто на наших концертах применяем. Сколь, так говорят скандинавы, когда приветствуют друг друга. Предлагается всем вместе на 3-4. Можно поднять бокалы, у кого нет бокалов, просто руки. И на 3-4, только очень громко, все дружно, вместе. 3-4. Сколь! Спасибо, друзья. Ну, все-таки... Мы же не навсегда из Ирландии уехали. В нее надо возвращаться и вспоминать прекрасные мелодии ирландские, и песни тоже. Одна из самых знаменитых ирландских полек. Полька под названием «Райанс Полка». С удовольствием ее играем и понимаем, что под нее тоже будут танцевать и танцевать красиво. Поехали, друзья.
конечно же, мы не забыли про самую философскую ирландскую песню, самую пивную, пожалуй, да. Вопрос, на который себе задают ирландцы каждое утро и не находят на него ответа. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. А вопрос звучит дословно так. Что мы будем делать с пьяным моряком? Хорошо, аккордеон, да, уже кто-то доставайте. Все, у кого есть инструменты, будем играть всем залом вместе, друзья. Итак, что мы будем делать с пьяным моряком? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? You're lying in the morning. Put him in a lumber till he's sober. Put him in a lumber till he's sober. Put him in a lumber till he's sober. You're lying in the morning. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? You're lying in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. You're lying in the morning. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? You're lying in the morning. By pony, put him in this cupboard of the wasp by pony, put him in this cupboard of the wasp by pony, and all lay in the morning. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? And all lay in the morning. What should we do with a drunken sailor? What should we do? Drunken sailor, what should we do with a drunken sailor? You're lying in the morning. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? You're lying in the morning. Way hand up she rises, way hand up she rises, way hand up she rises. You're lying in the morning. Way hand up she rises, way hand up she rises, way hand up she rises. You're lying in the morning. Way hand up she rises, way hand. Сколько заранее? За одну прямо, то есть на песню вперед. Интересное пожелание, никогда такого не слышал. Объявлять на песню вперед, типа говорить, сейчас будет у нас через одну песню следующая, такая-то, такая-то. Я подумаю, сяду, подумаю, да-да-да-да-да. Но не сейчас, сейчас я уже не могу думать, все, это у меня уже выключенный момент здесь, на сегодняшний вечер точно. Друзья, следующая композиция, которую мы предложим вам сейчас послушать, тоже имеет необычную такую, как это, предтечу, предысторию. Она тоже ни разу еще не звучала в нашем исполнении здесь. Как вы знаете, наш новый альбом называется «Winter». Когда мы его анонсировали, то в интернете появились, в соцсетях появились комменты с вопросительным знаком наподобие «Winter is coming». Да, действительно, друзья, зима приближается, она уже приблизилась, она уже здесь. А мы решили, что, ну, пусть будет у нас в нашем репертуаре композиция, которая называется «Winter is coming». Хотя на альбоме ее нет. Будет на следующем, значит. Друзья, «Winter is coming», которую вы еще никогда не слышали. А это, собственно говоря, тоже такой наш собственный эксперимент, компиляция нескольких хорошо известных, я думаю, вам всем мелодий. Поехали. Oh,
Спасибо. Спасибо, друзья. И сейчас прозвучит песня, которая никак не может быть вычеркнута из нашего плейлиста. Ну, во-первых, потому что она нам очень нравится, тоже она нам очень дорога, а плюс ко всему, ну, грех такие песни выкидывать, потому что их очень-очень немного до наших дней дошло с берегов Скандинавии с 9-10 века. Это боевые песни норвежских викингов. И, пожалуй, самая известная песня из этого пласта музыки, песня под названием «Виллиман». Без нее мы себе наше выступление не представляем, и сейчас она прозвучит. Man gick till kastorin ha Hej fagra Stalin Dalavjalle Där han ville gullhör pappasöll För erionen hade luster han av i henne Fillin man gick och fastrill mina stå Hej fagra Stalin Dalavjalle Mästare kone han gullhör vassöll För erionen hade luster han av i henne Han lejka mitt lanta, han lejka mitt kny Hej fagra Stalin Dalavjalle Han lik ham att killa av nykans arm Fåderionen hade luster han av vin Dall slå hans i harpet i bonds i sin harm Hej fagra Stalin Dalavjalle Hågort vina kraftiga av trolinas arm Fåderionen hade luster han av vin Скёль, друзья, скандинавы, скёль! Ну что ж, друзья, будем завершать так или иначе. Любому концерту приходит конец, как говорится. Здесь будем думать, что это все в хорошем смысле. Завершаем мы вот тут, вот мы не изменим своим традициям. Фишка — это уже наша фишка. Завершаем мы не ирландской танцевальной мелодией и не скандинавской мелодией, а самой, на наш взгляд, искрометной и зажигательной мелодией танцевальной. Это венгерская народная танцевальная мелодия. И как всегда, та же фишка, по той же традиции вспоминаем перед ее исполнением слова из старого доброго фильма «Танцуют все!»
Питер, спасибо. Это была группа Spiritual Seasons. Город Харьков с презентацией нового 11-го альбома. Что такое? Друзья, обычно мы исполняем бис, когда нас просят очень-очень громко. Но вы знаете, я сейчас осознал немножко другой момент, когда три красивых девушки подошли и тихонечко-тихонечко, заглядывая в глаза, попросили. Хрен откажешь, понимаете? Вот это тот случай. Друзья, попросили конкретную песню. Она на самом деле действительно конкретная. Вот ее мы и исполним. На самом деле она действительно очень классная ирландская песня. Мы ее очень тоже любим. Песня про человека, который всю свою сознательную, бессознательную жизнь пил, пил, пил. И невзирая на все сложности с этим связанной, пить не бросил. Потому что он настоящий ирландец. Настоящий патриот своего дела. И зовут его Мик Магуайр. Spiritual Seasons, город Харьков, с презентацией нового альбома в составе Михаил Папуш, банджо, барабаны, бэк-вокал, Александр Журавлев, бас-гитара, Маша Богуславская, скрипка и ее исполнение русской народной песни «Пташечка». Аня Дарманская, чинвистл, флейта, волынка. И Виктор Смирнов, лидер вокал, гитара. Даша Левитова, которая исполнила прекрасную ирландскую балладу. Там поаплодируйте ей, она ручками помашет. Друзья, и всем вам низкий поклон, огромная благодарность, чистосердечная, действительно, потому что так как вы нас поддерживаете, вы знаете, вот здорово, хочется сюда ехать еще, еще, еще. Да и приедем, ждите. До новых встреч, друзья! С любовью из Харькова! В общем-то, все желающие теперь уже, кто не успел что-то там приобрести, пообщаться, вот все целовашки и обнимашки, вот эти все правильные, все, сейчас здесь, мы никуда не убегаем, мы ждем вас.